Уважаемые, мы ждем ваши вопросы. Работает у нас агент, работает наш телефон. И, конечно же, вы можете присылать вопросы на наш сайт. Мы их тут же сейчас будем видеть и по ходу отвечать. С народом в режиме онлайн отвечать на актуальные вопросы интернет-пользователей первый начал Денис Шевченко. Директору общественного объединения ОСА за несколько минут диалога пришло больше 20 вопросов. Посетители интернет-портала от rar.kz активизировались. Меня, знаете, вот что интересует, пишет нам Степан. Насколько законно пользоваться видеорегистратором? Вот подойдет ко мне полицейский и скажет: товарищ, выключи, я не хочу, чтобы ты меня снимал. Как быть? Вообще понятие записи, как и, например, своего же транспортного средства, все это дорожное движение, вообще законом это не регламентировано. Как правильно вести себя на дороге с инспектором дорожного движения? Что делать, если нарушают ваши права? Посетителей сайта интересовало все. Для интернет-портала utrar.kz это новый проект. Впервые пользователи пригласили к открытому диалогу в режиме онлайн. Ну, делать, писать комментарии, обсуждать что-то на форуме. А мы постараемся предоставить людям возможность напрямую задать вопросы тем, с кем бы они хотели поговорить. Почему мы выбрали общество ОСА для первого разговора? Потому что когда у нас появились материалы, связанные с этим обществом на сайте, было очень много откликов. Активными оказались шымкентские автомобилисты. Например, пользователь под логином Наргиз запросил разъяснить, будут ли в Шымкенте защищать бедных инспекторов от наглых водителей. А другой участник конференции вовсе проявил желание бороться с произволом на дорогах и вступить в общественное объединение ОСА. Были интересные вопросы, конечно. И активность была просто ошеломляющая, даже для меня. Я не думал, что так много будут столько задавать. Я просто не успевал отвечать на них. Первый блин стал комом. За час поступило больше 50 вопросов. Приглашенные гости общением с народом в сети остались довольны.